Всем привет! К нам на студию приехал представитель серии «Фабрика печати». Ну что же, давайте знакомиться. Epson L3110. Распаковываем коробку и достаем устройство. Отличительная черта L-серии – это встроенная система непрерывной подачи чернил. Здесь уже знакомая нам заправка Keylog. Секрет новой системы заправки заключается в том, что у каждого контейнера уникальная форма носика, подходящая только соответствующему по цвету заправочному отверстию. Кстати, с таким дизайном мы уже знакомы. На нашем канале выходило видео о Epson L3150. Пока что явных отличий мы не заметили. На данный момент мы знаем, что L3110 работает только по проводному подключению через USB кабель. Эта модель создана под домашние задачи или небольшого офиса. Более близко будем знакомиться с MFU уже при съемках обзора, поэтому подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А на этом я буду прощаться с вами. До встречи в следующих роликах.